Всем привет, с вами Кубик, и добро пожаловать в ужаснейшую игру под названием Outlast. Не в смысле она ужасная в плане чего-то там сюжета или графики, а в плане того, что она пиздец какая страшная. И давайте начнем, пожалуй. Это все мы 100 раз видели, ну, так вот вышло. Какая муха, не знаю, меня ужалила играть в этот Outlast, но я все же буду играть. Сейчас за окном ночь, я сижу и еду в какой-то машине, не понимаю, что происходит вообще. Вот нормальный человек не пошел бы, блядь, в больницу психиатрическую для того, чтобы снять какой-то материал, да? Ладно, он межкультурный, можно я порулю? Нет, нельзя, я понимаю, все это, ёлка. Кто им играет? Нормально, кто-то что-то на заднем плане. Да хватит материться, это что, ебануто, что ли? Да, давайте попробуем без матов сыграть эту игру. Я думаю, у меня все очень хорошо получится, если мы не будем орать на друг друга и так далее. Ладно. Ага, значит, мы подъезжаем. Я бы на его месте сел бы в машину и ехал бы обратно, блин, подальше. Да, давай припаркуемся красивенько. Выйдем из машины, проверим камеру и пойдем. Тихо, не пугай меня так, ручник. Естественно, мы берем какую-то папку ненужную, закрываем ее сразу же. Все это 100 раз видели. Берем батареечки и берем камеру. Нашу знаменитую камеру. Вот так-то. Оп. Нормально? Записывает, видосик готов. Все, я начинаю монтировать. Так. Все готово. Поехали. Давайте откроем дверь, как дебил, выйдем, посмотрим, что происходит в общем. Ну что, мне дадут сегодня поиграть? Нет? Что за долгое вступление? О, какие громкие звуки-то. О, ну, естественно, как всегда, ворота закроются, когда мы сюда зайдем, я присяду. Поползу здесь. Ладно, пойдем. Список задач обновлен. Нажмем J. И ничего не увидим. А N? N? А, то же самое, я понял. Дверь, ты, может, меня впустишь? Спасибо. Что тут у нас интересно? По-моему, где-то батарейка лежала, я помню. Нет, да? О, мусор, привет. О, прыгать можно. О, блядь, нет, такие мы не... Не, ну тут явно стример сидел. Мы просто посмотрели. По-любому кэсочку стримил. Ручка. Да. Ничего интересного мы здесь. Да сколько? Выпусти у меня дверь! Ничего хорошего мы здесь не найдем. Дверь мне, естественно, никто не. А, откроет, ну ладно. Ну, прям. Это как знаете, в угол, ёпта, я снимаю. Не понимаю вообще, что происходит. Сейчас я быстренько остановимся на секундочку, я проверю, записывает ли звук. Так, продолжаем запись, я все проверил, все вроде работает, так что давайте побежим. Ёбаный рот, как ты бегаешь, Супермен. Держите shift, чтобы бежать. Левый shift, привет, здравствуйте. Дверь, домофон, можно войти? А, ну, естественно, как всегда, вот, надо вот какую-то жопу зайти. Ну, ладно, пойдем куда-нибудь туда. Ух, ёптам, как меня стенка-то это отбросила. Какой дом страшный, вот мне прям, ох, кто-то нас ссал явно. Блять, хуже. Почему я не вижу свое отражение? Я хочу, о, ноги. О, вот, наверное, сюда дополнительная задняя дверь. Как всегда закрыта, я понял. Я все понял. Ох, паркур, лянь, опа. Включенная камера позволяет приближать и удалять объекты, я так и понял. Ох, руки какие, о. Окно. Тук-тук, там есть кто? О, прям рифма. Ух! Ёпту, я прям аж дудл джамп. Опа. Залезем. А, ну естественно, мне надо сейчас куда-то залезть, какую-то задницу, я так и понял. Я все понял, просто давайте залезем в окно. Ёбаный свет, вот кто вырубил свет? Картины, зачем? Я вообще эту игру не понимаю, блин. Что здесь происходит? О, дверь, привет. Откроем. Мы начинаем документальное кино. Привет. Телефон, блядь, телевизор, который... Нахуя ты здесь заработал? Ух, залезу я в камин, блядь. Привет.
Ой, по времени ебанец. Сколько? Сколько время? 9 часов у меня почти что так же. Бля, не могу выглянуть как-то. О, прям вообще красиво. Да еще. Ебать бумажки. Блять, дверь, сука, надо чувствительность мыши хорошей сделать. Полезли, ёпта. Ну, естественно, будет кровь. Это же психиатрическая больница. Да здесь без крови, ёбаный свет, блядь. Алло. Алло, привет, здравствуйте. Можно я у вас ногу подъем? Заберем диссертацию какую-то, там, кнопка компа. У меня примерно так же светится, все красиво. И, естественно, заход. Нет, глянь, он тихо, главное, так открыл, блядь. Хуяк, блядь, мы расстаемся, блядь, все, пойдем. Опа, кровавые следы, блядь. Не, ну сука, я знаю, вот что-то туда, блядь, надо, не надо. А, ебать, это туалет. Здравствуй. Хуяк, дверь, блядь. Привет, батарейку заберем. Она, я знаю, нам... Да чё, о, блядь, это как рабу, блядь. Приятного аппетита. Кока. Это типа Кока-Кола. Ой, блядь, реклама, ёбаный в рот. Не-не-не-не, мне пизды YouTube даст. Давай залезем, блядь, посидим. А я знаю, там хуйло выбежит, да? Ай, бачи, не видишь меня? Не достал, блядь. Можно я спрыгну, мы ебальник не забили. Сейчас, сука, я покажу, блядь, как надо спать правильно. Здравствуйте. Ебануться, я аж спрыгнул от страха. Привет. О, лянь, там тут сидит, а он помер, блядь, ну ладно. Библиотека. Не, мне в библиотеку надо. Ну ладно, пойдем. Ну, блядь, ну, чувак, это уже не страшно. Ты уже здесь супер раз появляешься, мне не страшно. Хуя, пойдем дальше. Ну, тут трупы весь... Ох, ебаный урод головы. Это тут пасхалочка была. Здравствуй. Здорово. Они убили. Где-то какая-то пасхалка, вот это что ли наша голова, короче. Да, то есть типа главный герой без головы. Вот это голова, по-моему, нашего персонажа. О, смотри, какой накачанный мужской торс. Фу, блядь, кишки. Неприятно. Бедро. Просто откроем дверь. Ой, лянь, там какой-то жирный, иди сюда, блядь. Вот я, сука, сейчас же тебя достану, блядь. Ну, подошел сюда, блядь. Быстро открыл мне дверь, блядь. Не хочешь? Ну вот, засал, сразу видно. Засал, блядь, я пойду сюда. Ой, какой ты жирный, блядь, я босс. На нахуй, это. Привет. Не страшно вообще. Ну, естественно, я... Да чё там, блядь, свет летающий. Это как полтерге. О, блядь, привет. Я кто ты? Что-то там он сказал, что-то вроде типа такого. Я не понимаю, почему я вижу, ты пришел что-то там просветить на больнице. Я пущу тебя. Ты что-то там сделаешь нам. Ну, естественно, мое познание английского просто находится на высоте. Давай, поднимай свою жирную задницу, ублюдок. И сейчас мы поговорим. О, Серега лежит. Бухал явно. А, то есть нам камеру он отдал, да? Даже пиздить не надо. Где я вылетел-то? А главное, он выкинул меня и ушел, блядь. Вот говно, блядь. Даже не поговорил со мной. А, вон это, ёпта, Володя, блядь, спит. Володь. Давайте я документики заберу. Чё, можно я позвоню кому-нибудь, блядь? Не, ну тут явно что-то не то, блядь. Что-то происходит, блядь, такое. Улянь, тут ебань. Коляска перевернутая, блядь. И кровь. И все идет, естественно. А, ну естественно, я наследил, блядь. Ух. Пойду туда. Не понял. Ну-ка сюда подошел. А ну иди сюда. Сыкло, блядь. Дай открой, блядь, дверь. Я туда не пойду. Просто там хуйло, блядь. Толчок. Вот здесь хуйня как вылезет. О! Блять, Андрей спит. Алло, привет. Вы подумали о том же, о чем и я? Охуенная бумага.
Пойдем. А, 121. Так, хуям дверь закрою, блядь. В пизду ее, блядь. Так. Батареечку заберем. И пойдем. Пойдем обратно, побежим. Ага, дверь. Нет никого. Не, я пойду туда. Вон там куда хуйло сидит, блядь. Привет. Пойдем посмотрим, что тут есть. А, ну естественно, столом закрыли. Думаю, это остановит меня. Чё так темно, блядь? А вот. Естественно, куча компов. Мне кто-то ВКонтакте пишет. Я сейчас немножечко занят. О, диссертация. Разберем. Что тут есть? Ничего тут нет. Как всегда. Интересного ничего нет. Здорово. Как сам? Он что-то тебя накрыл. Ты, по-моему, наркотик употребляешь, не? Вот, дай-ка сниму. Будешь здесь до Ютуба. Прям как я. О, здорово, кенты. Чё, в мультики залипаете? Ебать, ёбнутый, блядь. Охуенные мультики. Ну, блядь, самый нормальный, адекватный сидит, блядь. Ох, ебать, я жизнь обидела, блядь, чувак. Ну-ка, ты чё у нас? А, ты к хуям весь перешитый, блядь. Ну, я пойду, да, парни, вы не против? Пойду я залезу в эту дырочку. Найду я тут какую-то отсылочку. Так, а вот этот кент мне не нравится. А, это, блядь, без башки сидит. О, ключ, карт. Пойдем. О, опять телефон. Алло. Алло. Здрасте. Тап. А, ну, естественно, еще и на тап тут заметки открываются. Что за пиздец? Не игра, а сплошная диверсия. Ладно, пацаны, давайте я пошел. Мультик смотреть. Удачного просмотра. Пойду я. Дверь закрою, да, пойду. Ро. Блядь, иди на... Ну, пиздец, ну как ты охуевший, что ли, блядь? Алло. Отстань, Серега, отъебись. Ты выпил слишком много. Иди. Правильно, спи здесь, блядь. По его коляской, блядь. Долбоёб. Явно не в адеквате, блядь. Ёбнули какой-то. Серега у нас всегда такой был озорной парень. Блядь, ну, я не испугался, нахуй, нет. Это все было запланировано. Так, а, все, теперь пойду в комнату охраны, в которую должен был пойти изначально. Ну-ка, открываем. Ну-ка, зайдем. Закроем. И залезем, будем печатать. Будем стримить сейчас. Давай, стрим запускаем, блядь. Интересно, что он печатает, блядь. Ну. Алло. О! Отхуело, блядь. От говно. Свет, значит, мне вырубил. Ага, значит, интернета не будет. Чё, блядь? Фу, блядь, там какой-то хуйло. Быстро, быстро в скайп. Ой, в скайп, блядь. Шкаф. А хуй ты дверь выбьешь. Блядь, выбил. Блядь. Вот не найдешь ты меня. Ты тупой, блядь. Ты тупой. Давай снимем тебя, блядь. Жирный блюдок. Заметка. Ебать, как он пишет, я бы обоссался бы от страха. Я бы, честно, тут не пошел бы. Я жму, чтобы выйти. Я чувствую тебя, блядь. Моя свинка, что-то там. Ты ж ты жирный, иди нахуй отсюда, блядь. Я пойду, блядь. Иди отсюда. Ну и пошел нахуй отсюда, я пошел. Сука, надо в подвал. Там ходит какой-то анал. Ох, ёпта мать, я испугался. Маленькая пауза. Так, запись прервалась. По причине того, что у меня охнулся ПК. Да. Давайте продолжим. О, он уже с другой стороны идет. По-моему, он шел с... Он залетел.
Это мне, это не вам. Страшно. Мне лично не страшно, на самом деле. Ничего пока страшного нет. Просто хуйло какое-то. Ходит туда-сюда. Свинья, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь! Вот это я пересрал! Можно его пиздану, блядь, иди нахуй. Иди в этот самый подвал, где он? Ай, блядь, он сзади, сука! Сука, он сзади, блядь! Беги, еблан! Беги быстрей! Быстрей! Ох, ебать, я сейчас обосрался. Нахуй, иди просто, иди в жопу, блядь, ублюдок жирный, блядь. А? Ты меня достанешь. Ебать, я обосрался, нахуй. Какой вылез, блядь. Лила. Я здесь. Я пришел. Привет. А, два бензонасоса. Ну, пойдем, включим. Давайте заберем, пойдем дальше. Вот что-то я совсем замолчал. Ну ты ломай, ломай, ёбаный в рот, иди нахуй. Просто пошел в жопу, блядь. Долбоёб, блядь. Идиот, сука, нахуй ты так меня пугаешь, блядь. Сука, пошел в пизду, блядь! Быстро, быстро залазь, еблан! Шел нахуй, блядь. Ай, блядь, беги. Беги, еблан, беги. Прыгай, беги, сука. Беги в эту дверь. Беги, быстрее. Да открой ты быстрее. Спрячься, спрячься, спрячься. Фух, ебать, я испугался. Пошел нахуй, блядь, блядь. Ебанутый какой-то, блядь. А, тупой ты, блядь. Потерял меня, да, я... Только попробую заглянуть под кровать. Иди отсюда. Иди, ради бога. Нет, не, не, меня здесь нет. Иди, иди, иди. О, молодец, хорош. Блять, сука, сыпет на пиздец. Все, вылазь давай отсюда, блядь. Он ебанутый, один не найдет, блядь. Обратно под кровать. Как там, эром? Поменять батарейку, да. Вот только не говорите, что он сейчас, блядь, здесь, ебаный свет! Ай, подвинься, долбоеб! Хули ты меня? А, я еще их себя закрыл с ним, блядь, нет, бежим! Бежим в пизду, пошел в пизду, просто иди нахуй, долбоеб ебанутый, сука, беги, беги, беги! Беги, Иванько, беги! Беги, беги, беги! Беги, ебаный в рот, беги! Беги, вылазь! Фух, ебать, я сейчас еще тут жирный, тут был, блядь, пизда бы мне была, блядь. Ух, ебать. Ух, ты пошел нахуй, блядь. В пизду тебя, блядь, долбоеба нахуй. Ну только не говори, что это чмо где-то здесь, блядь. О, никакая не сексуальная рука. Все, можно идти, да, он ушел. Да, если он не ушел. Бля, что-то сыкотно, пиздец. Где он там ушел? Я его слышу, он тут там ходит, но надо быстро-быстро. Куда, блядь, нажать, ты ебаный стук. Ай, блядь, здрасте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куда? Налево, направо. Открывать быстро. Ай, меня здесь нет. Меня здесь нет. Меня, да. Ну не бей меня. Ну за что? Я же дружелюбный, блядь. Нахуя я себя с ним закрыл, идиот я, блядь. А-а-а! Сука, дебил. Беги, 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 ебанутый, блядь. Куда? Налево. Прямо. Ай-я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 й. Бегом, бегом, заходи, заходи, заходи. Фу, блядь. Сука, да пошел ты в жопу, ёб, блядь. Дебил, блядь. Меня здесь нет. Просто меня здесь нет. Иди отсюда. Меня просто здесь не существует. Просто отстань от меня. Иди отсюда.
все, иди. Ушел? Я думаю, да. Блять, пошел в шопу, блять, идиот ебанутый, блять. Он просто это ебанько не может уйти, блять. А я не знаю, куда мне идти, блять. Просто не знаю. Блять, вон он ходит. Че, блять? А, он ящики решил почекать, блять. Иди отсюда, она. Ебанутый какой-то, блять. Не в адеквате, мне жарко пиздец стало. Ох, блять, как страшно ты, ебаный брод. Что, выйдем? Можно, пожалуйста, не пугать меня? Здесь никого нет, я тебе еще раз повторяю. Ты, у тебя галлюцинация, ты ебанутый, блядь. И центральный выключатель. А где центральный выключатель, блядь? Тихо-тихо. А где центральный? А, у него там по-любому вот откуда он вышел. Блядь, да ты ебанутый! Ай-яй-яй-яй-яй. Ебаный ты парикмахер, блядь, сука. Ай, беги. Ты же за мной не побежишь, блядь. Ты же ёбнутый. Ай, блядь, ёбнутый, иди в жопу, блядь, еблан! А-ха-ха-ха, пошёл нахуй, чмо, блядь. Сука, чё-то сы... Да куда ты полез, ебанутый, обратно залезь в эту, сука, козью дыру, блядь. А-ха-ха-ха, как я искусно-то съебался. Ну что ж, давайте на этом закончим и продолжим в следующей серии. А с вами был я, Кубик. Погнали... Какой погнали, Кубик, ты чё, ебанутый, что ли? В принципе, да, давайте в следующей серии я всё-таки завершу эту миссию, а сейчас... Пока. Подписывайтесь.